антагонист, вот наш этот грибник, очень такой харизматичный Сведем. Получился, такой настоящий злодей, точно Миша выбрал актера. Персонажа по фильму как бы визуально мало, но он очень нужный, значимый, потому что через него тянется история как бы этой группы. Тот комплекс негативных качеств, которые он имеет, опять же, которыми он награден социальной средой, родители, бабушки, мамушки, дедушки, институты, зависть друзей, собственная зависть, злоба и так далее, в конечном итоге набирается огромный комплекс замечательных, чудных, отрицательных качеств, которые это на самом деле являются положительными для него лично. Ты сначала выскакиваешь на балкон, замечаешь лестницу справа, и последний выстрел, который ты будешь делать, я не знаю, это будет 2 или 3, но последний выстрел надо сделать в мусорный бак внизу, видишь? Да. Но я благодарен безумно, что мне дали возможность поработать на этой картине с этими ребятами, с этой компанией. А я вот сейчас скажу бабке, чтобы она нам стол накрыла. Вот за столом-то мы с тобой все и обсудим. Дед, ты коммерсант! Андрей Казаков, великолепный совершенно актер из театра Петрович Фоменко. Блестящий совершенно актер. Я страшно удивлен, что его не снимают. Мне кажется, его надо снимать бесконечно. Потому что там палитра вот, профессиональная такая богатая, такая большая, что вот хочешь вот про это, он тебе про это сыграет. Хочешь вот такого героя, будет такой герой. Хочешь такого, он невероятно совершенно одаренный, очень профессиональный актер, пластичный очень актер, тонкий. Замечательный совершенно актер. Вы капитан? Так точно. Наш консультант и арбитр. Добро пожаловать на базу.